Некому оценивать вас и говорить, вы двигаетесь вперед. И это проблема, ведь это внутреннее путешествие, где нет ориентиров, которые скажут, сколько вы уже прошли и сколько еще предстоит пройти. Простым индикатором того, что вы ближе и ближе подходите к истине, является то, что вы становитесь все более и более неподверженными страданию. Если вы познаете истину, у вас не будет такой вещи, как страдания. Чем дальше и дальше вы от истины, тем глубже и глубже ваше страдание. Поэтому, если ваше страдание уходит, вы увидите, как естественным образом определенная сладость и блаженство появится в вас, начнет разливаться по вашему телу, уму, эмоциям, по всему. Так что, если вы начали постоянно испытывать счастье, это означает, что вы приближаетесь, или не принимая ничего извне. По своей собственной природе вы просто становитесь счастливым. Это означает, что вы становитесь ближе. Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное внутри себя. Мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение.